Цифровая живопись – это та технология, которая радикально поменяла и мой стиль, и мое вообще, так сказать, самосознание как художника. Я получил академическое образование в свое время, когда еще не было ни компьютеров в том виде, в каком мы их сейчас видим и знаем, ни интернета, ни смартфонов, ни фотошопа, ни цифровой живописи, естественно. И довольно долго я рисовал в традиционных техниках, графических техниках, но не получал достаточно удовлетворения от того, что я делаю, просто потому, что графика – это всегда стилизация. А моя творческая задача заключается в том, чтобы мгновенно здесь и сейчас увиденный образ, увиденную картинку трансформировать и переложить на холст, на какой-то носитель для того, чтобы я и кто-то другой мог на нее посмотреть. И вот в один прекрасный момент в 2005 году мне повезло, мне позвонили из Мосфильма, и я начал работу с Георгием Николаевичем Данелией над анимационным фильмом «Кин-дза-дза». Мне пришлось осваивать новую для меня технику, которая называется Digital Painting, цифровая живопись, просто потому, что концепт-арт, которым я занимался в этом проекте, он всегда, как правило, делается именно в этой технике. И вдруг, о чудо, я обнаружил, что это моя идеальная технология, идеальная техника, которая позволяет мне взять и мгновенно перенести вот этот вот самый слепок, гештальт, скриншот моего сознания на виртуальный носитель, на экран в данном случае. И с тех пор я, собственно говоря, этим и занимаюсь. Но вот недавно, в один момент, прекрасный мой друг, дизайнер Михаил Ершов, санкт-петербургский, предложил мне дополнить мои картины дополненной реальностью. Он сделал приложение. Наш друг, композитор Гумар Зайнуллин, написал уникальную музыку к каждой картине. И ряд аниматоров, моих тоже друзей и знакомых, сделали, на мой взгляд, очень хорошую анимацию к каждой картине. И получилось... На мой взгляд, интересно. Почему? Потому что моя задача как художника заключается в максимальном погружении зрителя в пространство моей работы. А эта технология, позволяющая добавить анимацию, добавить звук, добавить музыку, она максимально эффективна и полна справляется с этой задачей. Сейчас я работаю над новым проектом, который размещает виртуальные инсталляции мои в пространстве дополненной реальности на всей планете Земля. То есть целый слой приложения через смартфон или через очки в будущем, ближайшем, через несколько лет. Вы сможете увидеть размещенные, например, над Египетской пирамидой другую пирамиду кверх ногами в виде песочных часов. Я скоро ее сделаю, и, собственно, в этом нет ничего фантастического. Это уже реальность.